Детство – самый беззаботный период в жизни каждого человека. И чем старше он, тем ценнее для него воспоминания. И важное место в них занимает первый воспитатель. Именно он становится для ребенка путеводной звездой, примером для подражания. Недаром их называют вторыми родителями. Сегодняшний день, 27 сентября – хороший повод поздравить своих первых наставников с профессиональным праздником. Столичный детский сад номер 122 специализируется на познавательно-речевом развитии детей. Больше 400 малышей разного возраста познают мир вместе с профессиональными педагогами. Занятия спортом, музыкой, упражнения с логопедом и психологом приносят свои плоды. Пройдя все этапы дошкольного воспитания, ребенок становится уверенным в себе. Он полностью выходит готовый к школе. Самостоятелен. Развиты у него познавательные процессы, психологически он уже подготовлен к школе. Многие детки уже достаточно хорошо умеют и считать, и знакомы и с буквами, и звуками, могут строить предложения, сочинять рассказы. Татьяна Смолина четверть века работает воспитателем. По ее мнению, за это время изменилось многое. А главное, изменились сами дети. Они стали более целеустремленными, быстрее схватывают информацию. Она убеждена, что все дети одаренные, а главная задача воспитателя – найти каждому свой ключик. Вот я стараюсь эту одаренность развить. Тема, которой я работаю уже на протяжении многих лет – это развитие математических способностей у наших детей, дошкольников, вот через игровую деятельность. День воспитателя стали отмечать совсем недавно, а основой его стало историческое событие 19 века. В 1863 году в стране был открыт первый детский сад. Современные дошкольные учреждения уже мало напоминают своих прародителей. Неизменным осталась любовь воспитателей к детям. Если человек любит детей, он отдает всю свою душу. Он терпелив, он вкладывает все свои знания, все умения в каждого ребеночка. И я желаю всем воспитателям в этот день оставаться такими же душевными, солнечными, радостными. Всем молодым педагогам, которые учатся или думают поступать и получить эту профессию, приходите в детский сад. С детьми очень весело, интересно. Это работа творческая. И не только детей мы развиваем, но и сами развиваемся. Ко дню дошкольного работника наши коллеги устроили опрос «За что мы любим своих воспитателей?». Наверняка у каждого найдется, что вспомнить. Для этого необходимо зайти на страничку ВКонтакте «Таван Радио» и оставить свой комментарий. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика.